Ильяков вновь здесь первый оказывается на подборе. Пришел там на помощь Ильдар Шахсадаров. И продолжается атака Югры. Передача, бросок и гол. И шайба в воротах. А вот вам, пожалуйста, Михаил Епишин отправляет шайбу в ворота команды «Звезда». Это третье подряд поражение со счетом 4-3 в овертайме. Да, было от «Нефтяника» в овертайме. Дальше проиграли «Ишсталь» по «Булитам». Ну и вот теперь еще одно поражение со счетом 3-4 от команды «Югра». Боролись хоккеисты «Звезды», и счастье, в общем-то, было рядом. И победа была здесь рядом, но, к сожалению, увы и ах, не получилось. Главное не расстраиваться, не отчаиваться, продолжать готовиться к следующим матчам.